Ща Мурена по-любому схватить. Зебра, давай. Мурена она пытается вот это брать. Поняла, что интересного так. Ща, прикинь, такая маленькая кусок такой огромный тащит. Посмотрели, на втором этаже это было, бабочка. Мы еще не все посмотрели, но уже все. Все? Да, вон. А на первом этаже что? Вон черепаха есть. Какую за стороны лучше? А, да? Смотри, как она есть. Миша, вот она. Видишь? Ну, во-первых, это небезопасно их кормить. Да, они могут выпалиться. Они могут быть, может, инфекцию внести, это тоже нельзя. Нет, я имею в виду, они ведь цапнуть вас и все. Мурена тоже. Что? Знаете, как она интересно ест? Пусть лимич, как черепаха, разделается с рыбой. Молодец. Где вторая черепаха? О, как Мурена заглатывает прямо. Лоб и нету. Ты моя хорошая рыба, больше тебя. О, акула. Все, акула заходить. Я тупое видео снимаю. Мурена, братья, как змея идет, как змея. Ты моя прелесть. Вот так в воде увидишь глаза в глаза, не сразу сообразишь. Я видел. Чтобы она тебе навстречу плыла? Глаза в глаза? Нет, очень страшно на самом деле. А? Очень страшно на самом деле. Нет, на самом деле. Я сразу утихать начну и камнями обкидываю.